Короче, ситуация следующая. У меня на лице жопа какая-то появилась. Приходил сегодня врач, сказал, у меня подозрение на ковид этот сраный. Я сдал тест, поэтому сейчас 2 дня буду ждать, когда пришлют результат. Катя тоже заболела. Вот она сейчас приходила мне борщ, приносила и таблетки. У нее температура 37. Хочу сказать, сегодня ролика не будет. Раз я не выложу его именно сегодня, потому что я сдохну, если я сейчас буду записывать.